Привет, с вами Элеонора Алибаева, и сегодня мы приехали в прекрасный зал MyGym, чтобы показать вам три классных упражнения на ягодицы. Поехали! Ну и, конечно, мы начинаем с вами, как всегда, с разминки. Блин, мне кажется, на этой дорожке можно просто в космос улететь. Мне кажется, я нормально уже разогрелась. Можно начинать качать ягодичные. Первое упражнение мы будем делать махи. Я считаю его одним из самых эффективных упражнений на ваши ягодички. При этом упражнении наклоняйте корпус немного вперед, чтобы амплитуда ваша была как можно больше. При этом прожимайте ягодицы максимально. То многое зависит еще от зала. Для меня, например, очень важна атмосфера в зале, вот, поэтому выбирайте максимально комфортную для вас атмосферу. Для меня нужна рабочая такая, прям без розовых цветов, а именно вот такая рабочая хардкорновская атмосфера. Поэтому этот зал идеален для меня. А мы начинаем следующий подход. Кстати, я рекомендую выполнять упражнение без отдыха, многоповторочка, то есть раз 20-25. При этом растягивайте максимально ягодичную и делайте толчок с удерживанием, чтобы прожимать ягодичную как можно больше, чтобы прям жгло. Если вы чувствуете, что на 20-м разе не горит, значит, вы выбрали маленький вес, просто его увеличьте. В общем, с вас 3 подхода по 25 раз. Ну что, а теперь мы идем выполнять второе упражнение из топ-3 на ягодичные. Для этого нам понадобится вес. Выбирайте, конечно же, комфортный для вас вес, так как мы будем делать это большое количество раз. И сегодня мой выбор пал на вот эти гантельки. Выбираем свободную площадку, по которой мы будем сейчас ходить выпадами. Но не просто ходить. Мы привыкли к тому, что классические выпады выглядят вот так. То есть коленка 90 градусов, все стандартно и все обычно. Но нет, если вы хотите прокачать ягодичные, а у нас все-таки топ-3 для ягодиц, мы делаем немножко его по-другому. Мы максимально растягиваем ягодичную мышцу, корпус наклоняем вперед, и коленка у нас может немножко даже выйти за носок. Не бойтесь, ничего не случится с коленями, ведь здесь у нас натяжение идет гораздо больше и гораздо опаснее. Ну что, готовы? Поехали, начинаем, не забывайте дышать. У вас должно выйти как минимум 20 шагов на каждую ногу. Кстати, хотела показать вам еще более продвинутое упражнение. Это уже не для новичков. Вы делаете также выпад, и когда делаете подъем, отводите еще ножку назад. Но не повторяйте это упражнение, если вы еще не, как говорится, старичок в этом деле. А мы идем дальше. И эти выпады мы с вами выполняем 4 подхода по 40 раз. Ну и, конечно, не забывайте растягиваться после каждой тренировки. И огромное значение имеет одежда. Кстати, вот реально рекомендую ДФ-одежду, потому что она необыкновенно классная. Это итальянская ткань. Ну, в принципе, можно на этом закончить. Италия, она и есть Италия. Лайкра, спорт.
которая прекрасно дышит и, что самое важное, не выстирывается. Ведь мы стираем спортивную одежду после каждой тренировки, то есть минимум ежедневно. Ну, как я тренируюсь, если даже вы тренируетесь 3 раза в неделю, представьте, сколько стирок переживает ваша одежда. А это успеет даже вам надоесть, потому что она никогда не выстирается. Поэтому однозначно лайк и рекомендую, ссылочку оставлю здесь. Ну вот и наше заветное 3-е упражнение. Я считаю его одним из лучших упражнений для ягодиц. Но тут, конечно, в помощь партнер, потому что сами вы вряд ли сделаете это упражнение. Не забывайте в самой верхней точке немного задерживать, максимально сжать при этом ягодичные. Ну, а мы выполняем, как всегда, 4 подхода по 25 раз. Не забывайте о том, что вы должны подобрать настолько комфортный вес, чтобы на 20-м разе вы уже просто не могли даже выполнять. Но при этом у вас еще 5 раз в запасе, поэтому набирайтесь терпения, пусть ваши ягодички горят. Ну что ж, еще одно секретное упражнение только лишь для вас. Это, конечно же, тверк. Если ты еще до сих пор не научилась, тогда жди следующих серий, и я расскажу тебе, как правильно и красиво тверкать, чтобы не только поразить своего мужчину, но и подкачать красивый орех. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, выигрывайте призы, ну и ждите следующих серий с тверком. Ну что, вот я вам показала топ-3 своих любимых упражнений на ягодицы. Могу сказать, за свой большой опыт в этой сфере, это однозначно одни из самых эффективных упражнений, особенно если вы делаете их с головой и сердцем. Ну что, мои дорогие подписчики, спасибо вам огромное, что вы у меня есть. Мне безумно приятно читать ваши комментарии, вашу обратную связь видеть. Это самое кайфовое и приятное чувство. Именно это мотивирует меня идти дальше и раскрывать вам свои секреты и свои знания. Спасибо вам, что вы есть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, выигрывайте призы. Ну и, конечно же, до встречи, ваша Эля.